Тем временем губернатор области Дмитрий Миронов сегодня провел деловую встречу с вице-президентом крупного банка Игорем Артамоновым. Говорили о безналичном расчете в транспорте, финансировании государственно-частного партнерства в разных сферах и подробно остановились на кредитах. Что касается работы, собственно, по кредитованию, можно отметить, что финансирование крупного и среднего бизнеса за полугодие – это плюс 10 миллиардов выданных инвестиций в Ярославскую область. Малый микробизнес – плюс 2 миллиарда, то есть такие неплохие темпы. Ипотека приросла с начала года на 6 миллиардов.